На Пятом канале продолжается премьерный показ второго сезона детективного сериала «Условный мент». В сюжете 21 серии, выход которой ожидается 15 августа, мы увидим, что преступник убивает двух проституток. Также покушаются и на жизнь журналистки, когда-то сделавшей скандальную передачу на тему проституции. Следствие теряется в догадках. Чтобы выманить убийцу, Гордеева готова стать подсадной уткой. 22 серия. Главная роль. 15-летняя дочка сотрудницы администрации послала откровенные фото Антону Павловичу из модельного агентства. Тот оказался обычным шантажистом. Глава администрации просит Гордееву помочь, пока фото не выложили в интернет. Премьера новых серий состоится 15 августа на Пятом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.